стремилась Маша над горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Так много их друзей хороших, и жаль досталось темноте. У них на голову подсолка, на безымянной высоте. У них на голову подсолка, на безымянной высоте. Товарищи комсомольцы, комсомольцы разных возрастов, юные совсем, среднего возраста и пожилые, которые присутствуют здесь в зале. Поверьте, сегодня мы празднуем замечательный праздник, замечательную дату, годовщину со дня рождения Ленинского коммунистического союза молодежи. Вот эту дату, без преувеличения, празднует вся страна. Все граждане Российской Федерации, каких бы политических взглядов они ни придерживались, какого бы возраста они ни были, в каких бы общественных организациях они ни работали. Потому что комсомол – это юность, комсомол – это энергия, комсомол – это особое чувство, это братство молодежи. Действительно совершали большие дела, строили Байкал-Амурскую магистраль, город построили. Комсомольск на Амуре. Комсомольцы построили. С утра в метро спускаюсь я, там протекает жизнь подземная моя. Вперед спиной, назад лицом, я еду 9 остановок по прямой. Два раза в день с голубом мы едем задом наперед. Держу на 42 минуты под землей. Сюда-сюда, туда-сюда. Эти 42 минуты под землей я день за днем сложу года. Есть у нас еще дома дела.